«Служу Отечеству». Ансамбль патриотической песни Главного управления МЧС по Чувашии вновь штурмует музыкальный Олимп. Уже в 9-й раз коллектив представит свою программу на суд жюри ежегодного всероссийского фестиваля военно-патриотической песни «Щит России» в Дзержинске. В активе ансамбля множество призовых мест на всероссийских и международных конкурсах. В прошлом году ребята покорили своими голосами жюри конкурса творчества пожарных и спасателей МЧС России «Мелодии чутких сердец», проходившего в Севастополе. Коллектив занял 2-е место. Еще годом ранее на этом же конкурсе в Коломне ансамбль был признан лучшим. Афганистан, Чечня, Косово – все участники имеют боевой опыт. Поэтому в каждой из песен нет ни грамма фальши. Кстати, большинство из них собственного сочинения. В прошлом году, на 70-летие Великой Победы, ансамбль «Служу Отечеству» пригласили выступить в Москве перед ветеранами и министром МЧС России. Напомним, руководит ансамблем «Служу Отечеству» Андрей Барабанов, участник боевых действий в Афганистане. Причем к плечу вместе с ним уже много лет солисты Андриан Павлов, Максим Моторкин и Евгений Назаров. В этом году уже традиционно к Всероссийскому фестивалю военно-патриотической песни «Щит России» они подготовили новую программу. Какие композиции вошли в нее, ребята пока не рассказывают. Придется подождать возвращения ансамбля с фестиваля. Родион Архипов, Евгений Назаров, Республика. Отечеству за совесть честь, еще понятия такие есть. Свою Россию берегу, а по-другому не могу. Служим Отечеству!